знаю, открывается, но я не открывал. Она была закрыта. Это мы вот тут пришли в гости. Тут вчера все собрано было. Все вот вон они, видите, стоят за окном. А что там было? Все полностью собрано вот так было. Все комнаты собраны были. Стойки стояли да. У комнат. Все комнаты убрали. Были собраны вчера. Понятно. Убрали вчера. Я вчера до полночи тут. Ну ладно. Разбирал. Это вот это все, да? Все, да. Вот. А сколько квадратов тут? 43. 43? Да. Все это все. А мы-то жили там 18. Все. Ну, там, и жили да. Там или 26, что ли. И у нас людей все собиралось. 11 человек спали, отдыхали. Штукатурка гипсовая. Да, вот мы тут работаем. Вот стены ей делали, вот стены все ей. Значит, ей. Три окна. Круг. Стены все ей делали. Ну и все, что тут? Я гляжу, долго у вас что-то ремонт-то идет, а тут... Ну... Это воздух будет проходить в комнаты. Да. Воздух. Потому что тут окна воздух. Не будет. Окна да, не будет. Оттуда с улицы да. Будет заходить и в этой комнате. Да, потому что тут там не будет окна. Вон поверху. И вот еще, да. Потому что тут... Да, это выдумка какая-то. Открыл дверь, да и все, и запустил. Ну как открыл? А если это закрытая дверь? Нет, это с улицы воздух. А в комнату запустишь, то не с улицы, это с улицы. О-хо-хо. Это как окно получается. А этот пол был такой или уже настали? Нет, конечно, это... Это называется наливной пол. Видите, ровный какой. Угу. Наливной. Это современный. Сейчас это делаю. Вы поставили его? Ну вот, брат да. Делал с Антоном. Понятно. Ну и примерно так. Когда думаете закончить? Ну когда? Ну хочется за это сделать. Ну как это будет двигаться? Я тут один буду вообще. Ну все тогда. Давайте помолимся. Я ушел. Да. Я пришел Борите, посмотреть чтобы все и это все благословить, чтобы все закончили. Давайте. Все. Давайте. Господи, благослови, помилуй. Да будет благословена эта квартира и люди, и соседи, чтобы здесь звучало Слово Твое, чтобы, как у первых христиан, жилища сделались храмом. Научи нас искать духовного, вечного. Тебе, Боже, слава, Тебе хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И благослови брата Игоря там. Этот груз, который мы желаем получить, Слово Твое. Аллилуйя. Аминь. Аминь. Все, ушел. Все с Богом. Сегодня у нас какое? 24-е, наверное? Наверное, 24-е, наверное. 24 марта 2023 года, пятница. Ну вот мы побыли в гостях. Слава Богу.